задержки дыхания. Можете практиковать на вдохе, на выдохе. На выдохе просто тяжелее. Есть различные очень практики. Я никого не вытаскиваю вперед, что вот эта практика лучше, вот эта хуже. По себе посмотрите. Но там идет перестройка, там идет гормональная перестройка при задержке дыхания всего вашего тела. Одно из самых лучших упражнений, которые вы можете себе сделать, это ходьба на пяточках и различные упражнения со стопами. 5-10 минут в день. Если вы себе примете это вообще за то, что вы вот так будете жить, и там хотя бы попробуйте 90 дней вести это в свой рацион. И вы поймете, как вообще изменилась ваша жизнь. Она не может не поменяться. Просто берете блокнот, сразу же его расчерчиваете на 90 дней и начинаете прямо записывать. Вот сегодня я сделала вот это, завтра сделала вот это. Если не хотите описывать какие-то результаты, какие-то чувствования, что вы чувствуете сейчас, что-то еще, не надо себя ломать, не записывайте, но вы должны для себя знать, что в первую очередь, что вам нужно будет делать обязательно. Это обязательно нужно будет черкануть, что вы сделали что-то. Как вы себя чувствовали? Ну, не хотите, не пишите. Но для вас это будет тоже какой-то своеобразный такой момент, который вы будете знать, что это точно будет, что эту галочку нужно поставить, что вам с этого не спрыгнуть. И вот такой вот минимальной дисциплиной вы маленькими-маленькими шажочками начнете приходить к тому, вот поверьте, если вы будете это делать хотя бы 21 день, то через 21 день вам захочется взять еще какое-то новое движение для своего тела. Например, полностью убрать сахар или соль. Хоть что. Но что-то вам захочется. Через 21 день еще что-то захочется.